Всем привет! Вы на YouTube-канале Рыбачий Патруль. Дорогие друзья, на севере у нас пока еще холодно. Что-то у нас сегодня днем в районе 7 градусов. Ветер северо-западный. Не знаю, всем позвонил, спросил, говорю, ловится рыба-то? Люди говорят, не ловится, северный ветер, все, рыбы нету. Поэтому думаю, что делать? За кумжей, понятно, ехать не хочется, смысл время терять. Поэтому решил приехать понырять на речке Кола. Пообщался с рыбаками здесь, спросил, говорю, ловится? Ну, говорят, горбуша нет-нет ловится. Я говорю, не, горбуша не интересно, я буду нырять. Поэтому сейчас переодеваюсь и идем в воду. Нырять мы сегодня будем здесь, но не на перекатах, а вот здесь выше, вот на этих больших ямах. С людьми пообщался, говорят, уже сегодня блесен пооставляли, но на струе, а на струю идти страшновато пока.
Да и рыбакам мешать не хочется. Ну а пойдем выше блесны искать. Там тоже должны быть. Дорогие друзья, подведем итог нашей сегодняшней нырялочки. Он, конечно, не такой большой, как раньше, но и не такой плохой, как, например, открытие нашего сезона. Все-таки сегодня у нас есть достаточно интересные блесенки. Это вот такая блесеночка. Я сначала думал куасама, нет, не куасама, подделка. Что у нас еще? Пару вертушечек. Вот это тоже недорогая. В общем, так себе, средненько сегодня. Но это лучше, чем вообще ничего. Пробовал я нырять на струе, реально тяжело.
без кошки не справиться. Ну, а мешать рыбакам, распускать кошку, нет. Мы приедем когда-нибудь с нулей до шести, когда никого не будет, спокойно поныряем. Ну, а также, дорогие друзья, нет блесен, потому что все ловят горбушу. Реально все стоят и ловят эту горбушу уже. Я не знаю. Ну, ловится. Люди нет-нет да ловят. Чуть не забыл, ребят. Подарок рыбаку-то. Все собранные сегодня блесна будут лежать перед поселком Молочный. Есть поворот налево. Ветряная мельница стоит. Значит, такая большая башня. Шлагбаум. И вот под этим шлагбаумом, ну, это, наверное, для местных больше. Вот здесь, прямо под шлагбаумом, будут лежать блесенки. Все? Все поняли, где? Шлагбаум. Большая такая красная башня. Ну и ветряная мельница. И вот здесь дорога. Здесь люди ездят. Даже машина какая-то есть. Это асфальт. Перед поселком Молочный. Все. Всем удачи. Ладно, дорогие друзья. Все. Всем счастливо. Всем пока. До новых встреч.